убирать тот потенциал никчемный, который он есть. Три человека косаря есть, но если его даже убрать, уйти в новый контракт, это уйдем в сентябрь месяц. Мое решение, что плохо, но Кося. Речь и о Тимофеевой, и о Хореве, да? И о Тимофеевой, и о Хореве, которые упали от первоначальных контрактов в разы, там с 6-7 миллионов на 1 400 000. Вот сейчас я их буду гонять каждый день, и пусть они 1 400 000 этим не отработают. Будут получать ровно те деньги, которые будут реально отрабатывать. И первоначальная стоимость контракта, если реально вот навести порядок, надо нам 7 миллионов. Это нормальная рачительная стоимость. Люди, значит, падение сделали там до 1 400 000. Вот на 1 400 000 я выкручу им все руки, чтобы они мне выполнили все работы.